Universal Pictures представляет. В фильме снимались русские мафиози, Лёля Лучано и Тони Монтана. В фильме «Умри или съешь бронзу». Чёртовый карантинный день. Надо вставать. Да, это я, Анатолий. Зачем нам убивать этого Тони? Он так просто не расплатится с этого. Он сначала убьет своего сына, который еще не знает его. Какого сына? Тот, который крал туалетную бумагу. Да, тот самый. Да, я заставлю его, чтобы он убил своего сына. Потом он расплатится с этим. Всем привет, с вами я, Ева Стайн. Сегодня мы раскрыли тайну того человека, который крал туалетную бумагу со жителя города Утач. Его зовут Лёля Лучано. Доброе утро. Как дела? Да, нормально, что только проснулся. Соседи шумели вчера, вообще мне спать не давали. Спать не давали, нифига. Позавтракай. Чё по новостям? Включи, посмотри. Личность того человека, который крал... Привет, с вами Ева Стоян. Сегодня раскрыли личность того человека, который крал туалетную бумагу у всех жителей города Атач. Его зовут Лёля Лучан. Нормально. Ладно, мне надо идти, брат, мне надо срочно. Так позавтракать. Да не, не надо, все, уже позавтракал на работе, работа не ждет, понимаешь, сам. Все, давай. Давай. Останешься, куда идешь? Не, брат, нас обокрали туалетный завод, надо идти срочно. Ну, да. Оставайся дома за главного, смотри там. Алло. О, Тони. Мама Мия. Что я слышу? В Италии под карантином это не значит, что ты не должен работать. Чё, офигел русский? Ну ладно, работа есть одна для тебя. Какая работа? Я на карантине. Плачу, хорошо, заплачу, Тони. А какие деньги? Отвали, Анатолий, не бери грех на душу. Пол коробки гречки, 2 рулона туалетной бумаги. Я тебе заплачу за этого человека. Да, хорошо. Классный русский. Что делать? Сидели дома все под карантином, брат. Завелся крыса, завелась. Она, короче, ходила по домам и у всех отнимала туалетную бумагу. Он мой дом тоже не обошел, этот крыса, слышишь? Он мой дом тоже не обошел. Когда моя жена хотела пойти в туалет, как сказать, расслабиться, он стащил от нее туалетную бумагу. Ты представляешь себе это такое? Мама мия, что я слышу? Ты должен его убрать. Я скину тебе его координаты, его фотографию. Ладно, все, давай, я поехал.